Привет, моя хорошая. Боже мой, я совсем не накрашена. Выгляжу как больной человек. Значит, приехала я в Коско. Сейчас посмотрим, что мы с вами там купим. Так, вот зашла в Коско, смотрите. За 25,99 4 штучки Sensodyne. Это самая хорошая зубная паста. Самая хорошая. Для чувствительных зубов. Севинч пользуется только вот этим. Тут, смотрите, для мытья можно купить в 13,99, 6 долларов еще скидка. Не знаю, взять или нет. И тут вот эта тушь, кто не пробовал, телескопик. Я раньше пользовалась вот этой тушью, это шикарная тушь. Две штуки, 18,99 плюс карандаш для глаз. 4 доллара скидка, видите? Две туши и карандаш. Но в Амазоне можно найти вот эту тушь намного дешевле, мне кажется, если я не ошибаюсь. Но мне вот эта тушь очень нравится. Она почему-то пропала в Drugstores. Я ее давно не вижу, но шикарная тушь. 9 долларов скидка, очень хорошая цена, 22,99. Это вот коллаген с пробиотиками. Может, мне вот это взять, а? 9 долларов скидка, это очень хорошая цена. Я возьму пока. А там решим. А там решим, мои хорошие. Я только зашла. Кофе тоже 6 долларов на скидке. Наверное, надо купить, потому что не так часто кофе тут на скидках. Да, надо купить. 29,99, 120 штук. Тут вот орешки Macadamia Nuts. Я очень люблю. Очень люблю вот эти вот орешки, 13,99. А вот эти пистачи 3,30 на скидке. Они уже очищенные. Я не люблю очищенные. Я люблю именно неочищенные. 11,59, а были 14,89. Это очень хорошая цена. Тем более, смотрите, тут 623 грамм. А тут у нас, значит, 608 грамм тоже, да. Вот такие орешки ассорти, ну там уже в маленьких пакетиках. Ну, у нас сейчас много орешков, Джей всегда берет. А вот такие, смотрите, какие классные. Это тут фисташки с чили и с лимоном. Я думаю, это бомба. А вот такие вот мы берем, неочищенные. Вот, вот такие. Они стоят 9 долларов. Тут, значит, 1,5 килограмма стоит 9 долларов. Это очень хорошая цена. У меня дети батончики не любят, но вот это, я думаю, им понравится, так как они любят у меня вот именно скипи арахисовое масло. Хотя оно не органик, не очень полезное, но дети любят. Стоит это делать 10,99, но я возьму как на снак. Да, вроде бы неплохие. Вот все, орехи, орехи 12, 7,99. В общем, орехов, орехов в Америке много. Это все такие, видите, протеиновые батончики разные. 20,99, 18. То есть батончики, они довольно-таки дорогие. А вот это вот я тоже слышала, что они вкусные. Так, 10,99, это шоколад в peanut butter, но это можно приготовить самим. Я, если видели рецепт, я показывала, как делать шоколадные такие батончики. У меня есть рецепт. Только я сделала из фигов, но можно туда добавлять, что хотите. Я добавляла инжир и кажется, орехи, я уже не помню. Но там можно по-разному делать. Так, кашью. Так, так. Много раз вы задаете вопрос, каким кремом я пользуюсь. Вот. Всегда пользуюсь только вот, вот этим кремом. Кетофил. То есть тут сразу две штуки. Стоит 21,89. Но это вам хватит на очень долго. Вот это, кстати, тоже Brazilian Body Cream. За 20 долларов две штуки. Это классная вещь, я вам показывала тоже, но они у меня такие маленькие-маленькие, а в Коско
покупать, это вообще классно. Классный дил получается за $20. Я вот давно смотрю на вот этот крем. Сейчас он аж $25 скидка. Так, стоило $70, сейчас $44.99, $45. Смотрите, это именно для шеи. Потому что шея у женщины, конечно же, когда стареет, это очень сложно потом что-то делать. Шея выдает возраст. Ну вот не знаю, это действительно работает или нет. А, это от Strivectrin, я только заметила. Мне вот Strivectrin не нравится. Ой. Strivectrin, мне этот бренд не нравится. Я когда работала в Bloomingdale, я пробовала много их продукции, они мне давали бесплатно. Прям тюбиками. Там менеджер была, представитель, она все время мне давала. И каждый раз, когда я пробовала этот бренд, у меня всегда была сыпь, краснота, аллергия. У них много что написано для чувствительной кожи, но на самом деле, я не знаю, я все перепробовала, практически там ничего мне не понравилось. Так что нет. Костка очень много и косметики, и кремов, и шампуней, всего чего. Но у меня сейчас нет особо такого, знаете, времени. Поэтому давайте соберемся побыстрее и пойдем в раздел продуктов покупать продукты. Она огромная, она просто огромная. Вы посмотрите, $180. В принципе, такая хорошая цена на Хэллоуин. Если бы мы не переезжали, я бы ее купила бы. Говядина 52,88, то есть 3,78 за полкило. Это такая, знаете, тонко-тонко нарезанная говядина. Как вот в корейских ресторанах дают барбекю. Beef line 61,56, то есть 4,400 за полкило. Тут у нас это все говядина. Beef Lyon New York Steak. 4,73 за полкило. Но это очень хорошая цена. Очень хорошая цена. Вот, 60,30. А, нет, я неправильно говорю. Это значит 10,99 за полкило. 10,99 за полкило. Тут значит, да, $11 за полкило стоит salmon. А это я неправильно сказала цену. $14 за полкило. $14 за полкило стоит говядина. Да, $14 за полкило. 14. Ну вот это все стоит $14 за полкило мяса. Это вот курица стоит $5 за полкило органик. 20-35, вот это все. Я мясо сегодня не беру, потому что мясо у меня дома есть. Но тут, знаете, есть и органик, и не органик. То есть вы выбираете сами, смотря на ваш кошелек и на ваши предпочтения. Это то, что мы всегда берем, $14, то есть $9 за полкило креветки, это уже готовы. Но сегодня я не хочу, что-то я их переела. Это уже маринованная курочка, значит, $3 за полкило. Это все стоит $18. Я возьму вот это. Ну, потому что тут хороший соус. Просто паприка, значит, чеснок. Да, это я возьму. Это на вечеринке, если кому не хочется мудохаться, что за $16. Такой cheese tray. Это тоже на вечеринке такие роллы, на тортилье. Фаршированные такие перцы по-американски. Это meatloaf, я часто его готовлю, тоже вкусное блюдо из фарша. Я вам показывала meatloaf и пюре, это стоит $16. Это так, знаете, чтобы быстренько приготовить что-то. Просто надо это в духовку.
отправить, и все, блюдо готово. Касадия вот за $16. Касадия вот нормально за $16 столько, тем более с курицей, да. Вот салат тябула. Тябула стоит $13. А, нет, это паста сала. Так, это паста сала. Я думала, это тябула. А, орзу. Ну, орзу это тоже наподобие как пасты. Думаю, это очень вкусный салат за $13. А вот тябуля за $10. Но это, я думаю, очень дорого за $10 покупать салат. Хотя в ресторанах также и платите, а то и больше, да, в принципе. Вы знаете, я сама это все могу приготовить. Но когда вот некогда готовить, да, нужно, можно вот так вот купить, чтобы не заморачиваться. Это вот тоже куриное, тоже очень полезное. Видите, рапы, Asian wraps. $15, и нету тут никаких жирностей. Вот сэндвич. В общем, вот такие дела. Так, возьму свой пармезан. Пармезан со шпинатом и артишоками. Это то, что у меня Джеймсон любит всегда. Такую любит пасту он у меня. Я думаю, взять мне на этот раз кимчи, не брать. Что-то, знаете, в последнее время я это кимчи беру, оно такое очень, очень острое. Ну, вот это я тоже люблю, китайское. Типа как мантышки. Ну, это азиатская, китайская. Очень вкусная, кстати, тоже. Я брала. Долма, вот. Долму приготовить тоже сами можем. Мы все сами можем. Сами-сами, как говорится. Самона я в прошлый раз взяла, сама съела, наелась. Больше не хочу. Самона больше не хочу. Пастрами вот тоже вкусная. А, мне надо этот ланчмит купить, кстати, не забыть. Это значит у нас равиоли, типа как пельмени со шпинатом. Сколько они стоят? 11,99. Ну, вот таким мы, в принципе, берем. Берем с сыром. Ну, вот я никогда не пробовала с равиоли. Мы берем вот эти за 14,69, но тут вроде бы больше, да. А нет, в принципе, не больше. Нет, мы не с курицей мы не берем. Мы берем просто с сыром. Что-то я не вижу сейчас. А, вот эти мы берем. За 10,99 мы берем вот эти. Вот, но мне кажется, вот эти тоже вкусные, потому что они со шпинатом. Ну, давайте я возьму, попробуем. Взяла вот такой хумус из кедровых орешек. Никогда такой не пробовала. Взяла на пробу. Обычно хумус я всегда беру из Нухута. Так, органик вэджи бургер. Ну, это все мясо такое, знаете. Нет, такое мне не надо. Мне нужно другое мясо. Мне нужно взять бургеры на чтобы готовить бургеры на гриле. А, еще нужно взять сок, который я всегда беру. Cherry juice. 7,99. 3 штуки. Вот такой мы берем. Взяла вот яйца за 3,99. Я обычно беру органик. Они стоят 7,99. Но так как уже ночь, на дворе почти вечер, закрываются, они уже не осталось. И взяла вот такой органик, это не органик, да? А взяла orange juice, апельсиновый сок, 3 штуки, и молоко. Органик тоже 3 штуки. Так, все остальное, кажется, я вам уже показала. Вот такой хлеб взяла за 5,99. И вот такие бегелы, мне нравятся с крем-чизом. Есть. Так, взяла виноград, банан, салат, огурчики взяла. Яблоки за 5,99 взяла. А, я вам, значит, ничего не показала. Помидорчики взяла. Ой, что-то я вот это чуть раздавила, балда. Раздавила, да? Вроде нет. Так, значит, взяла голубику, клубнику, такой болгарский перец. Там у меня брокколи, лимон, очень много лимона взяла, салат. И готовую курицу взяла тоже, вот.
Ну и, конечно же, грибы. Вроде пока все. Так, я беру всегда одно и то же. Это вы уже видели у меня. Мы всегда берем на сэндвиче турки брас вот такой. Так, и стоит он 11,99. Так, взяла light whipped cream. Что еще мне надо купить? Надо посмотреть. Так, вот Philadelphia cheese, сколько он стоит, крем Philadelphia, 11,69, зато тут 6 штук. Это очень много, их хватает надолго. Я его и возьму. Так, также беру я всегда вот такой чиз, он у меня кончился. Тертый сыр мексиканский, тут 2 штуки. 2 штуки стоят 12,99. И для сэндвичей я беру вот такой хлеб детям. Они другой не едят. 2 штуки, 5,49. Я возьму сразу 2 пакетча, то есть получается 4. 4 хлеба. Мне кажется, так много хлеба я... Хлеб везде. Ну ладно. Так, $3 скидка на сардины. Наверное, я тогда возьму, потому что вы не поверите, но сардины у нас любят Джеймсон, он у нас любит их. 7,99. Ну, вот такие тоже мы брали в прошлый раз. Они такие крупные, тоже вкусные. Certified Wild. Хочу посмотреть всякие снаки. Тут, значит, орешки с M&M's. Но в M&M's внутри peanut butter, то есть арахисовое масло. Вообще очень много вот таких вот всяких помогалок, я это называю, когда хочется поесть срочно, да, и вот немножечко вот такие вот закидать в рот полезные. И уже сразу лучше. Ну, а M&M's там ничего полезного нет. Но много очень полезных вариантов. Так, варенье. Варенье, кажется, у нас и есть. Что еще надо взять? Кокосовые трубочки органик. 7,99. Что за фигня такая? Это вот вместо чипсов. Зеленого гороха органик. Но у меня дети такой не едят, их не обманешь. Это Dragon Fruit, смотрите, там ничегошеньки нет, вот прям ничегошеньки. 9,99. $10 сушеная клубника, что только не придумает, а? А, вот это, кстати. Для плова хорошо, я так думаю, кажется. Да. Желтый этот, raisins. Желтый сушеный изюм. Он используется для плова. Я не буду покупать, 7,99, и там так много. Сушеный арбуз, 9,99. Вообще сушеные фрукты, они дорогие, смотрите, даже костка. 12,89 стоит годжи. Полезно. Видите, потассиум тут есть, фибр, витамин С. Но за $12 особо не хочется. А, вот эти тоже вкусные. Финики, да, это кажется будет на по-русски, я забыла. 7,99, но зато тут смотрите, как много. Тут очень много. Я думаю, вместо конфет иногда вот такое лучше поесть. Органические, тем более. Чем есть конфеты. Иногда вот что-то хочется сладкое. Вот это я, наверное, и куплю. Сладкое хочется. 8,49. Это манго с чили. То есть, это, знаете, манго он сладкий, а чили он острый. Это мексиканцы любят. Острое со сладким вместе.
ни странно, сочетание очень даже ничего. Ну, вот это я, наверное, возьму. Сладкое, с чаем. Вот это тоже хорошо для перекуса. Кашью. Мне тоже вкусно. Тут кашью, еще что-то есть. А тут, значит, кашью, миндаль и тыквенные семечки. Вот 8,99, но это хорошая цена, вот 1 килограмм. Это я понимаю. Смотрите, что на перекус. Такие кракеры с пепперони, с пиццей. Для любителей пиццы. Печеньки. Смотрите, гуава из Гавайи. Да, бедный Гавайи горит, но не весь Гавайи, Мауи, остров Мауи. Гавайи я очень люблю, особенно вот остров Мауи, это был наш любимый остров с мужем. Ну, Биг-Айленд тоже нравится, но Мауи он, конечно, очень спешл, так скажем. 11,69 стоят печеньки эти. Я вообще, если честно, печеньки в принципе не ем. Я не люблю печеньки. Кстати, вот эти вот самолеты всегда дают в американских airlines. Вот этот бисков, я не знаю, всегда на перекус дают их. Так себе тоже нормально. Так, что еще тут есть? О, шоколадное что-то, шоколадное. Меня все тянет, знаете, вот прям сладкое наесться, не знаю почему. Это что-то полезное, видно сразу, что из всякой полезной это сделано. Обычно такое полезное, но не очень вкусное. Так. 7,79. Я это раньше брала, но это запрещенка. Там, смотрите, такая сгущеночка. Заваренная или вареная, как это называлось. Коричневая. Но это же потом живот, как у 9-месячной будет. Нет, нет, нельзя. Вот эти тоже очень вкусные, кстати, бискоти. 11,79. Кофе, они такие вкусные, вкусные. А что я возьму с кофе себе побаловаю, подумаешь, почему бы и нет. Мне такое хочется. Они очень вкусные. Так, это гавайский шоколад тут. Ну, я тоже люблю гавайский шоколад. Там с макадемией. 6 внутри. Что с ней потом делать? 6 шоколадов, смотрите. Видите? Это для подарков. Хорошо так купить и раздавать подарочные. Сколько такое добро стоит, интересно. Это тоже макадемия. Что-то много гавайского. Много гавайского. Так, они стоят сколько там? 17,97. Такие шоколадки за 10,49. Ну, шоколадки я не хочу. Мне нужно было чизет найти. У меня сыночек хотел. Я не могу найти нигде этот чизет. Я его просто не вижу в упор. Я знаю, что они его продают, эти кракеры, но вот я не могу просто их найти.